Важный момент. Перед тем, как включать рацию, надо обязательно вкрутить сюда вот антенну. Но надо сильно постараться, чтобы глазом ткнуться вот в нее, в антенну. Радио-то побольше ловит с этой длинной антенной. Ага. Всем привет, дорогие друзья. Приветствую вас на моем канале. И что это к нам пришло? А к нам пришла рация Baofeng. В упаковке. Упаковку сразу выбрасываем. Значит, рация Baofeng UV5R. Рация пришла в такой красивой фирменной картонной коробке. Это в коробке, значит, еще вот это вот Nagoya. Я заказывал комплектацию с удлиненной антенной. В коробке у нас рация в полиэтиленовом пакетике. Клипса для рации. Инструкция. Ремешок. Зарядка. Стакан для зарядки, антенна маленькая, все, больше нифига нету. Важный момент. Перед тем, как включать рацию, надо обязательно вкрутить сюда вот антенну. Хоть какую-нибудь, хоть длинную, хоть короткую, обязательно антенну. Если вы включите рацию без антенны, что-то у вас там перегорит в рации, ей кирдык будет. Экранчик двухстрочный, с подсветкой. Попробую сейчас включу. Цвет подсветки можно менять, там есть, значит, вот какой-то пурпурный, голубой и оранжевый цвет подсветки, так что вообще классно. Это антенна, здесь у нас фонарик, фонарик включается вот нажатием этой черной клавиши, нажимаем клавишу, получается у нас фонарик, фонарик, еще раз нажимаем, сигнализация, еще раз нажимаем, выключилась эта ерунда. Из того, что я понял, у нас есть два диапазона, 400, вот стандартные настройки 440 и 140. Переключаться между ними кнопочка синяя АБ. Меню, настройки, это все смотрите там на умных каналах, они там, вау, башковитые такие ребята, все объясняют, всякие диапазоны, да что. Собрано добротно, в принципе. Приехала практически полностью заряженная. Что тут еще с ней было? Зарядочный этот стакан, так называемый. Зарядное устройство. Включаем в этот зарядный стакан. Получается у нас рация заряжается от напряжения 8,4 вольта 400 мА. Значит, готово к зарядке. Ставим рацию на зарядку. Загорается красный цвет. Красный огонек. Вот, надеюсь, видно. Все, рация зарядилась. Кстати, лучше выключенную заряжать, потому что она так быстрее заряжается. Рация зарядилась. Достали, все, пользуемся. Здесь зеленый огонек горит. Здесь сзади у нас есть крепление для клипсы, чтобы можно было куда-нибудь на карман ее крепить. Выкручиваем два этих, два болта с круглой головкой. Так, берем, с не знаю каким усилием прижимаешь, ставим болт сюда, закручиваем, закручиваем. Так, пошло дело. Пошла мазута. Затягиваем. Клипса прикреплена. Болтики сильно тянуть не надо. Это у нас не высокопрочная сталь. Все. Берем. Кстати, вот эта вот рукояточка удобная, чтобы надевать. Берешь ее, так нажимаешь. Хопа, хопа. И она отодвигается. Вот так вот. Хопа. И все. Рация это висит. Но надо сильно постараться, чтобы глазом ткнуться вот в нее, в антенну. Слева от экранчика есть вот эта вот металлическая прочная петелька для крепления шнурка. Шнурок крепим. Шнурок, кстати, на ощупь такой, ну как бы я думал синтетический, но он какой-то мягкий. Синтетика обычно-то такая тверденькая. Шнурляндия. Все, зашел шнурок. Шнурок есть. Берем так вот. Берем в петельку, вставляем, затягиваем. Все, четко держится. Пробую. Нормально, пользоваться можно. Для того, чтобы говорить, нажимаем вот эту кнопку между маленькой черной, между фонариком и этом, оранжевой. Нажимаем вот эту кнопку. Говорим, а когда слушать, нажимать кнопку не надо. Важная функция. Все мы люди, и нам нужна иногда информация об окружающем мире. В этом, в рации есть FM-радио. Как включить FM-радио? Включаем рацию. Вот. И нажимаем вот на эту оранжевую кнопку сбоку. Здесь есть кнопка звездочка. Все доступные радиостанции будут настраиваться. Ну, я к вам ехал ровно столько, сколько сейчас.
сейчас корабль летит до станции. Вот 3 часа 10 сейчас... минут. Радио работает. Так, еще нажимаем. Пожалуйста. Я вот тоже сначала подумал, зачем нужно это FM-радио в лесу, мы же едем отдыхать на природу, слушать звук ветра, пение птиц. Но, во-первых, послушать это время, вдруг, ну, часы сядут или что-то, вот, включить рацию, послушать время, это первое. Второе, что случилось в мире, вдруг уже пора домой ехать. И третье, когда в теплой дружеской компании захочется под музыку посидеть, возможно, даже потанцевать, то FM-радио очень будет даже кстати. О, не рассказал я вам и не показал. Антенна Nagoya. Выключаем рацию. Выключаем. Выкручиваем стандартную антенну. NA771-144/430 МГц. То, что у нас есть, эта настройка. Также вкручиваем точно такой же разъем, как на стандартной антенне. Радио-то побольше ловит с этой длинной антенной. Ага. Отличная рация. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!